Кино в жизни каждого занимает значительную часть, особенно у тех, кто его создает. 22 мая в кинотеатре «Мультиплекс» состоялся всеукраинский конкурс аматорских видеоработ «Видеобитва-2015». К вниманию жюри было представлено 5 видеороликов, темой которых была Украина – это Европа. Видео каждого из участников битвы не оставило равнодушным зрителей, да и самих конкурсантов. Развлекали всех присутствующих команда Лиги смеха «Нук» «Зона 71», а также финалисты шоу «Украина имеет талант» дуэт «Легальный бит». Членам жюри как никогда было сложно определить победителей. Третье место заняла команда «Виктория». Второе – «Зона 71», которая в юмористической форме показала актуальные проблемы нашей страны. Первенство завоевала команда «Не такие, как все», которые до глубины души затронули каждого присутствующего в зале. Студенческое телевидение «Нук ТВ» поздравляет всех участников и победителей конкурса и желает побольше креативных идей, за которыми мы сможем наблюдать в ближайшее время. Ребята, я поздравляю вас с победой. Скажите, тяжело ли было сделать настолько качественный ролик? И была ли конкуренция среди команд? И что вы пожелаете тем командам, которые в этом году не выиграли? Что я могу сказать? На самом деле, действительно, мы много времени потратили на ролик. Мы ездили по разным местам и снимали, то есть, чтобы у нас были разные кадры. Конкуренция была действительно довольно-таки сильная, особенно последний ролик «Зоны 71». Действительно, ребята хорошо тоже сняли. Но мы довольны, что мы победили все-таки. Это для нас, можно сказать, так, самое главное, нас толкнуло на новые подвиги. Пожелать могу одно – энтузиазм, уверенность, чтобы не останавливались на своем пути и никогда не делали шаг назад. This is booming.